Здравствуйте, друзья! У нас гость в студии. Мы тут собрались в Санта-Крус, но гость наш проживает где? Сан-Франциско. Сан-Франциско. Ну, рассказывайте вашу... Да, представляйтесь. Зовут Алексей, живу в Сан-Франциско. Приехал в прошлом году в декабре. Откуда? Приехал вообще из Китая. Последние 2 года жил в Китае. Ну, до Китая где жили? До Китая, Дальний Восток, Амурская область. Там с тиграми? С тигры, холодно, Китай близко очень. Это как-то сказывается? Это помогает больше быть готовым к другим странам, к переездам. Угу. Так сказать, не воспринимать все слишком экзотично. Понял. Хорошо. Жили вы в Амурской области, образование получали где-то? Получил образование там же, все в одном городе. По специальности математик-программист. Окончил я аж в 2007 году. Это что ж за город такой в Амурской области? Называется Благовещенск. А, ну это известный город, да. У вас были уже гости из Благовещенска? Да, да. Я помню, семья. Были. Хорошо, Благовещенск. Значит, от Хабаровска далеко там? Ну, ехать ночь. В Хабаровске я так и не был до сих пор. Ну, не то, что там на собаках, например. На поезде, можно, на поезде, на машине. На машине. Ну, смотри, как уже совершенно другая же жизнь. Там ни олени, ни собаки. Там нет. Все. Но снежок есть зимой. Очень серьезный такой снежок бывает. Угу. Да. Итак, жили вы себе в Благовещенске. Ну и, естественно, как не пожить в Китае, когда рядом? Особенно, когда ты узнаешь, что есть возможность учиться по гранту. И при этом тоже работать, получать практику. Итак, вы в Китае работали, учились. Я извиняюсь, на каком языке учились? На китайском. Откуда же вы знали китайский, чтобы на нем учиться? Его можно там изучить перед тем, как ты поступаешь на мастер-дегри. Угу. Тебе дают год для изучения языка. Но это недорого там? Это грант. Учиться? Нет, учиться вообще недорого. Вообще, я думаю, что мастер-программа где-то 25 тысяч юаней. Ну, а по-нашему, по-простому, в долларах? В долларах нужно поделить на 7. Ну, то есть 3500 долларов. Да, в год. Слушайте, можно учиться? Можно учиться, и это если за деньги. Но я думаю, что у большинства, если есть такое желание, есть возможность учиться бесплатно. Но учат хорошо, качество образования хорошее? Заниматься заставляют или можно сочковать? Можно сочковать, но это, я думаю, можно везде делать. Если ты хочешь сочковать, то будешь сочковать. А то могут и отчислить, если что. Ну, иностранного студента там отчислят с неохотой, ему дадут возможность все-таки все доздать и доучиться. А много иностранных? Именно в том городе, где я был, много. Так откуда они все? С Москвы, с Урала. То есть именно из Российской Федерации? Да, 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 да. Не то, что там из Таиланда или там из Индии? Есть из Индии, есть из Пакистана, есть из Южной Кореи, есть из Америки, из Канады. Из Лондона, тоже есть. Англии. То есть люди хотят английский, в смысле китайский подхватить или что? Я думаю, что это большинство людей, которые с Америки, либо с Европы, да. Они попробуют что-то новое. Угу. Они не преследуют каких-то целей для карьеры, либо заработать денег. Это просто длинное путешествие, но через учебу. Ну хорошие ребята, так интересно с ними? Конечно, интересно, но я не мог общаться с ними много. Я больше общался с китайцами, с теми, с которыми я учился и с которыми я работал. Английский вы при этом как-то знали? Он там в обороте или как вот с английским? Да, конечно. Потому что у меня, по крайней мере, так получалось, что пользоваться китайским на работе постоянно не получалось. То есть, если что-то нужно объяснить, мне было проще сделать ту же презентацию на английском. А что за работу вы выполняли? Проект был написание софтвера, который может находить уязвимости и информировать пользователя о том, что его система уязвима с точки зрения той или иной того или иного установленного софта или какой-то другой уязвимости. Это информирование, ну и впоследствии, возможно, мы бы ее апгрейдили до того момента, чтобы она могла устранять эти уязвимости. Моя роль была поиск эксплойтов, которые можно эксплуатировать в данный момент. На основании этих эксплойтов мы могли информировать пользователя о том, что есть у него или нет. Так вы на чем программировали? Или это не было связано с программированием?
Там программирования было очень мало, в основном это командная строка Unix и команды софтвера, которые уже выполняют сканирование. Там... А с точки зрения оплаты труда в юанях, это были какие-то разумные деньги, на них жить можно или это просто чисто стипендия такая? Ну, можно жить, я уверен, что это зависит, конечно, от потребностей, если да. ты планируешь покупать недвижимость. Нет, уже нет, отдельная ну, песня. Просто жить. Вот. Нет, просто жить, это, конечно, хватает. Просто жить, если кто-то, может быть, интересуется вообще, в принципе, такими программами, то на данный момент мастер дегри scholarship, там сейчас 3000 юаней в месяц. Поделить на 7? Не нужно делить на 7, потому что так. иначе плохо получится. Так. Нужно лучше думать, сколько ты чего можешь на это себе позволить. Ага. К примеру, в моем городе, где я учился и работал, Харбин. Да. Стоимость жилья, ну, по-американски это 3 bedroom. По-нашему это... 4-комнатная квартира. Да. Так. Это в районе 1500 юаней. То есть за бесплатно платить? Ну, то есть это половина твоей стипендии. Ну да. Остается... А зачем вам, я извиняюсь, 3-bedroom-то? Ну, я выбирал не исходя не из количества, а из близости к работе и к дому. Так вы могли там втроем жить? Да, там можно было жить там втроем. Действительно, а что действительно, выбираешь там? Что ближе и все. Ну, в среднем, ну, обычно это можно позволить себе там какую-то квартиру 1200 юаней. Это на самом деле просто была хорошая цена, очень хорошая квартира. А то, что она была большая, она тоже просто не нужна. Это их проблемы. Хорошо. Теперь, вам сейчас вот сколько лет? 29. 29. Когда вы приехали в Америку, вам было вот там 28, может быть, еще даже около, еще не полных 28, да? 28, да. Было 28. В Китае вы были 2 года, да. То есть вы туда приехали, вам было 26. Ну, да, примерно. Значит, каким образом вы из Китая оказались в Соединенных Штатах? То есть что произошло? Произошел очень важный момент. Я понял, что можно, в принципе, очень легко начать работать в США. То есть не только в Китае можно учиться и работать? Не только в Китае можно учиться и работать. Так. Послужило этому ваш ролик с Татьяной и еще там пару роликов. С Таней Богдановой. Так, а вы смотрели наш канал, живя в Китае? Да. А как вы попали на наш канал в Китае? Повезло. Тут два момента. Либо ты этот канал найдешь, либо ты его не найдешь. Вот это большая разница. То есть одно из двух. Да. Все, что до этого канала ты витаешь, как бы. Как? Очень много стереотипов, очень много. Но вы других блогеров американских смотрели, наверное, тоже, да? Раз вы на нас попали. Количество информации на других каналах меньше. То есть они как бы не айтишные, мы более ближе к айти. Да, да, ага. Хорошо, значит, посмотрели вы интервью с Таней Богдановой и подумали, смотри-ка, вот есть человек, который меня в Америке там пристроит на аналогичную программу. Ну, дело даже не в том, сама была суть о том, что вообще это возможно. Это, uh-huh. То есть никто об этом не кричит, там, когда ты начинаешь что-то искать, uh-huh. что вот есть возможность работать по студенческой визе. Ну, хорошо. Следующий шаг какой был? Вы посмотрели разговор с Татьяной Богдановой, вы поняли, что это возможно. Что после этого случилось? Обращение к Татьяне. То есть вы там в скайпе написали, да, или как? Да, мы списали в скайпе, мы... начали собирать документы, не спеша. Угу. Постепенно мы собрали все документы. После этого, что там нужно важного такого сказать? Ну, нужно определиться, сколько ты денег планируешь потратить в первые какие-то там несколько месяцев без работы. Да. Это на самом деле не маленькие очень деньги. Здесь дорого жить. Нужно, да, все посчитать, чтобы угу. у тебя все получилось. Чтобы не получилось так, что ты не дотянешь до... того момента, когда у тебя появится зарплата и так далее, угу. ну, возникнут трудности. Нужно сколько все... проходит, пока появляется зарплата? Вот у вас сколько ушло? У меня прошло 6 месяцев. Ну, так и должно, в принципе, быть, да? Да. Хорошо, значит, а курс сам по себе сколько стоит? Сейчас в университете я перевелся в другой, ну, это не важно. В общем, в среднем это 4-4,5 тысячи. Где-то можно и дешевле найти, наверное. В семестр. Да, в семестр. Семестр. А у нас, кстати, триместровая система, тоже это нужно знать. То, что в году 3 семестра
триместровая система. Ага, то есть лето как бы отдельный семестр. Да, то есть лучше считать бюджет на год, чтобы было понятно, сколько денег. То есть 3 раза по 4-4,5 тысяч. Да. А проживание? Меня удалось найти комнату за $800. Это private room. Ага. Если ты хочешь сэкономить, ты можешь найти за $400 с кем-то шарить комнату. Значит, итак, 10 тысяч вас уходит на жилье в год. Да. Ну там 13-14 уходит на обучение. Да, 24. То есть, грубо говоря, 25 тысяч. Вам еще покушать надо. Ну, 30. Тридцатник. То есть вот тридцатник — это то, что у вас расход такой объективный. Меньше как не получается. Да, ну, плюсуйте там транспорт. Доехать нужно до Америки. Это ну, да, нет, тут ну, просто есть как бы начальное вложение, а потом дальше мы на какую-то крейсерскую скорость там выходим, ну, и да, тратим. Значит, ваш крейсерский расход без стартап стоимости, да, так вот просто. Крейсерский расход у вас 30 тысяч, значит, так вот, в год. Что немало, на самом деле. Это хорошие деньги. Хорошие деньги. Тем более первые полгода вы должны потратить, получается, 15 тысяч, пока начали работать. Да. Всем удается найти работу сразу, как получается, разрешать на работу? Или есть народ, который ходит и ходит и ходит? Я не знаю никого, кто бы не нашел работу. Хорошо. Есть определенные трудности у людей, разные зарплаты, разные компании, разные условия, но да, работа будет. Ну вот, допустим, если мы условно, не залезая в ваш карман с лупой, а так вот вас спросим, вот я знаю, что у вас было несколько предложений. Да. Вот, скажем, какие предложения, в каком диапазоне предложения были? Предложения в диапазоне $40-45 в час. Это контракторская позиция? Да. $40-45 в час – это грубо 80-90 тысяч в год. То есть жить можно? Вполне уверенно. Даже это 30 тысяч потратить, можно еще даже там девушке, там, я не знаю. Да, на цветы останется. Девушка-то есть у вас? Вы вообще холостой? Холостой. Так вот, доучишься там до сороковника холостой-то? Да, там надо думать, начинать. Так, ну хорошо, там в университете девушки хорошие есть? В университете нет, я в университете учимся, внимательно слушаем преподавателя. Ну, конечно, вы же не можете не замечать? Ну, все девушки, они, скорее всего, замужем, они из Индии. И там, скорее всего... То есть именно из Индии народ? То есть там беленьких, желтеньких нету? Беленьких. Большинство людей из Индии, часть есть из Малайзии, из Китая. То есть уже не то, что в Китае учиться, где много соотечественников. Да, да, да. Нет, в моем классе в Китае были все китайцы, я учился в китайском классе. Вот, скажем, русскоязычный народ, который в Китае вам попадался, друг от друга не шарахался? То есть или они, наоборот, были очень дружелюбные, или, наоборот, они как-то не тяготели друг к другу? Как вот отношения? Ну, любой человек, я думаю, едет в Китай все-таки общаться не с соотечественниками. Угу. Все-таки цели у людей объективно. То есть нет тяготения такого, я понял. Хотя бы какое-то первое время точно нет. Потом, естественно, уже хочется что-то. Русский магазин там был в Китае, там селедку, черный хлеб. Обязательно. Правда, да? Да, большим спросом пользуется. Причем он больше спросом пользуется у китайцев. Да, сам-то Брэмор селедочка-то или какая у них там? А я не или у вас дальневосточный? Есть дальневосточная селедочка? В Китае, я думаю, есть, потому что... А на Дальнем Востоке, на российском, есть? Я небольшой поклонник рыбы, так, могу сказать. Понял. Хорошо. Первый спрос – это, конечно, хлеб. Черный, ржаной. Да, хотя бы бородинский. Так, бородинский, с хмином. Потом да. Молоко, кисломолочные продукты. Но это, я думаю, в любой стране. Я понял. Так же, как и здесь. Хорошо. Значит, сравнили. Здесь вот девушки из Индии, и вообще студенты из Малайзии, вот эти все, они в каких-то отношениях состоят, они улыбаются, они говорят привет, они там как-то вместе идут там пиво попить, или вообще никак общения нет? Очень теплые отношения со всеми. У меня большое количество людей из Индии на работе и на учебе. И они, естественно, люди, которые будут жить в Индии, которые приедут сюда, это немножко разные люди. Вы, это секретно, где вы работаете, или это не очень? Это не секретно, я работаю в компании Expedia, она находится в Сан-Франциско. Так, а что делают вот эти, ну, скажите пару слов, что делает компания Expedia, может, кто не знает? Если вы хотите заказать, неважно, там, билеты на самолет, либо отель, либо машину в рент,
путешествие. Либо какое-то, да, любое путешествие, то с большой вероятностью вы это сделаете через Expedia уже. Хорошо. Вы в этой компании что делаете? В смысле, какого плана у вас работа? У меня автоматическое тестирование. В Expedia, как и в любой другой большой компании, очень много проектов. Можно между ними переключаться. Угу. Сейчас у меня проект, он касается бэкэнда, то есть у меня нету никакого тестирования, связанного с кнопками, с, там, с текстом. Ну а что, на SQL пишете, на Java, на чем вы? Я пишу на Java. На Java, подождите, а как вас в тестеры занесло вообще? Ну, по моему мнению, я сейчас этого тоже придерживаюсь, что в принципе войти в профессию здесь в Америке намного проще через тестирование. Но вы в Китае не занимались, вот не были тестером? Нет. На Дальнем Востоке тоже не были тесты? Нет. То есть это мы на вас, что ли, повлияли так? Я думаю, что да. Наш канал? Мне кажется, даже конкретно вы, Михаил. Лично я? Да. А вы какие-то лекции мои слушали? Обязательно. Я прослушал все лекции. На русском языке вот там? Да. Хорошо. Но когда вы написали резюме, у вас резюме было на тестера? Да. Вас, как бы сказать, вас хорошо принимали с этим резюме? То есть звонков много было, интервью, там разговоры? Да, было много звонков, но я сейчас понимаю, что количество звонков – это не совсем показатель успешности тебя на рынке труда. Это знаете что? А есть люди, которым не звонят. Поэтому, о да, вы не знаете, вот есть люди… Я был один из тех людей, но я, может, вам напомню про этот случай. Я помню. Я не показывался в поиске по какой-то непонятной причине до сих пор. Да. Это был такой найденный баг уже. Есть много причин, да. Извиняюсь. Да, и… Нужен такой человек, который имеет доступ к Дайсу с рекрутерским профайлом и подскажет тебе это. В данном случае это оказался я. Да. А если у тебя такой я человек, вас там не нашел, а вы просто другой профайл потом сделали, да? Да, я просто создал, но непонятно было, почему этот профайл не вылетал. Я вам скажу такую историю. Вот у меня буквально пару дней назад, вот на этой неделе, у меня был случай, девушка, она уже, ну она года три не искала работу и решила сейчас начать искать работу. А приезжала она сюда, когда она первый раз искала работу, она искала себе H1B. Mm-hmm. Mm-hmm. И она сейчас работает на H1B. Ну и тут она хотела трансфер, в принципе, сделать, что гораздо проще. Сейчас каждый тебя с удовольствием трансфер сделает, тем более у нее уже американский опыт, все дела. И она мне говорит, что-то мне мало звонят. Я пошел посмотреть, а ее нету. И я тыры-пыры, и в конце концов я, там есть опшн такая, посмотреть тех, кто ищет работу с предоставлением H1. И она там оказалась. Мало того, новая версия DICE, которая, может быть, последние полгода, там нет такой опшн больше. То есть вы, когда ищете работу, вы не можете сказать, я хочу, чтобы мне дал кто-то H1B. Нету сейчас такой. А у нее, поскольку профайл был старый, у нее было. И вот эта опшн у нее была выбрана. И она мне дала credentials к своему аккаунту. Я думал, сейчас пойду исправлю. А исправить нельзя, потому что ее больше нет такой фишки. Понимаешь, то есть она в аналах там сидит, а через современный интерфейс исправить нельзя. Ну что делать? Я говорю, ну давай, выкинь свой аккаунт, черт, закрой его нафиг, и все, и создай новый, потому что ты помечена черной меткой. Да. Это очень важно, чтобы был такой человек, который тебе это все подскажет. Потому если что… неудача какая-то. Но можно создать новый аккаунт, и все. Ну, в принципе, да, ничего страшного в этом. То есть много есть таких моментов, где ты можешь оступиться, там что-то неправильно сделать, и результат будет не тот, который ты ожидаешь. Но и опять же… Может немножко замедлить, это правда. Большое количество звонков тоже мало что значит. Это очень много пустых звонков. Это значит, что вас находят. Есть люди, которым не звонит никто, поэтому я считаю, иметь много звонков – это уже первый шаг к успеху. Да. Потому что есть люди, которых нету. Другое дело, что когда у тебя звонков много, следующий вопрос, как часто тебе говорят, посылаю твое резюме в такую-то компанию. Это следующий критерий. Да. Поэтому у вас было звонков много, вам не говорили, посылаю в компанию? Говорили, но, возможно, все-таки в конце я подправил все именно так, что его посылали. Резюме нужно постоянно изменять, постоянно вносить что-то новое, убирать что-то старое и следить за фидбэк. То есть, если ты… Тут еще очень важно… Это правильно вы говорите насчет самого документа, но очень существенно отвечать на вопросы, когда тебе звонят, хорошо. Да. То есть отвечать на английском, а не на некой, так сказать, пародии на английский. Миксе. Да, моя, твоя, там, Мирашин, Митестер, Миджоб. Да. Там, понимаешь? И кроме того, когда тебе говорят, это знаешь, это знаешь, это знаешь, что вы будете говорить? Вот скажите, что такое там ABCD, EFG, Technologies?
Какой у вас опыт с этим? Да, если ты не понимаешь, о чем тебя спрашивают, да, то, скорее всего, ты делал что-то похожее, но по-другому называется. Первое. Второе. Даже если они говорят, ты это знаешь, оно, скорее всего, им и не нужно. Да. Поэтому ответ наш какой? Да, знаю. Конечно, знаю. Конечно, знаю. Да. Следующий, более правильный ответ такой. Вы говорите, конечно, знаю, о чем разговор. Чего ты не знаешь и чего я не знаю. Знаю ли я достаточно, чтобы они меня хотели взять? Да, давай-ка мы сделаем интервью и посмотрим. Да. То есть вы поощряете их к тому, чтобы послать ваше резюме. Ну, мы на самом деле сейчас обговариваем то, что уже сказано во многих ваших роликах, да, о поиске работы. И... Они все смотрят. Ну вот это тогда мы им не поможем сейчас. Знаете что, пару дней назад смотрю, что-то у меня за ночь 500 подписчиков новых. Новых. И я думаю, ну не может же так быть, чтобы за ночь пришли 500 подписчиков. Думаю, наверное, как кто-то накручивает мне, какая-то гадость. Бесплатно накручивает. Прошло два дня, и уже статистика появилась. Я пошел посмотреть. Оказывается, значит, там какое-то видео, где-то там, я не знаю. Поместили на сайте. Где-то украинские дела какие-то, и там какое-то пародийное видео, типа там по поводу Обамы и его сексуальной ориентации. Mm-hmm. И там мое видео какое-то из моих видео выходит где-то высоко там в recommended videos. И оттуда набежало 1000 человек, из которых 500 тут же подписались. Понимаешь? То есть я к чему говорю? Просыпаешься, а уже ты другой человек. Понимаешь? Вот то же самое с поиском работы. Найти что-то подобное в интернете, тем более есть ролики на русском языке, невозможно пока что. Ну, постепенно я предполагаю, что будет появляться. Uh-huh. Сейчас ничего такого подобного нету. Если ты хочешь быстро такую сфокусированную информацию именно для того, чтобы ты нашел работу, то пока что лучше ничего, наверное, нет. С одной стороны, я могу сказать, что у нас выложено очень прилично. Но есть трудность, что надо посмотреть. Надо посмотреть. Понимаете, проблема в том, что смотреть сил ни у кого нет. Вот так за две минуты он бы что-то схватил и побежал, как будто хохмочку. Да. Но бывает, что нужно как-то систематично что-то делать, и вот на это уже нету сил. Это в любой сфере люди ищут, так, это есть такая magic pill, волшебную, да, таблетку. Я хочу, задаю вопрос, мне ответ, и я с этим ответом могу решить все свои проблемы. Так, да, не получается. Когда у меня есть видео, где я объясняю принцип, например, как отвечать на вопрос там, о недостатках. Угу. И человек говорит, что ж ты, говорит, там 7 минут говорил, так и не сказал ничего. Понимаешь? А ему нужно было дать, что ответить на интервью, и все. Он не хотел понимать, как подойти. Понимаешь? А один ответ же на всех не годится. Я, кстати, слышал такой вопрос один раз всего лишь на собеседованиях. Какой? И это было в Экспедии. Какой, какой? Вот про недостатки, про твои ачивменты, про твои неудачи. А вас не спрашивали, вопросы есть? Чтобы вы что-нибудь спросили? Я, кстати, не спрашивал. Нет? Я, ну, там было по ходу вопросов уже, я все понял о проекте, о том, что требуется, поэтому к концу интервью уже не... С точки зрения изучения английского языка, вот вы сегодня, работая в американской компании, там, с большим интернациональным присутствием, да, там много студентов там работает? Таких, как вы? Таких, в Экспедии. Приличное количество. Приличное. Вот вы, работая в таком интернациональном коллективе, у вас есть какой-нибудь совет тем, кто сегодня учит английский, с мыслью о том, что они будут работать в американском IT где-то вот в софтвере? Совет для изучения. Ну, в первую очередь вам понадобится уровень экзамена, как это сказать, IELTS либо TOEFL для поступления в университет в Америке. Нет, нет, университет забыли. Работа. Вот в трудовом коллективе. Пришли на работу. Если у вас будет этот уровень, который 4 TOEFL, либо там IELTS какого-то. Да. Не буду, ну, перепутал баллы, ну, в общем, которого вам хватит для поступления в университет. Да. Его будет вполне достаточно. Ну хорошо, вы не хотите сказать, ребята, учите там бангалорский акцент. Да, вот. Нет такого? Нету такого понимания. Большинство важной информации, которую вам нужно будет понимать в процессе работы, она будет либо в email, либо в мессенджерах, либо в там, bug tracking systems. То есть письменная? Письменная. То есть слушать много не придется, скорее. Митинги, по крайней... скрамы там. Митинги есть, да, они тоже на это общение, да, придется там все-таки понимать уже речь. Но это не сложно. Потому что те люди, они тоже, у них английский не нейтив. С точки зрения вот акцентов, там, тяжелых акцентов, произношения, да, вот то, чем как бы годы, педагоги, которые ставят там, говорят, куда язык подтянуть, там, чтобы правильный звук извлечь. Вот что-то есть в этом ключе?
у вас сказать? Про акцент? Ну, у меня по-английски не самый хороший, я сразу говорю, и никогда это не мешало. Не про вас, но вот ну, ребята, которые занимаются, да. Вот на что им обратить внимание? Принципиально важно вот хорошее произношение? Нет, не важно. Принципиально важно ваш словарный запас, и особенно по технической части, потому что ответы на интервью у вас будут по технической части, это технический английский, если даже вы его неправильно там будете ставить... Ударение. Даже ударение, хотя ударение тоже плоховато, но вам нужно передавать информацию, а не показывать, какой у вас классный английский. То есть это не про работу переводчика, это про работу все-таки IT. И плоховастик английский, но хороший глубокий смысл, он важнее, чем произношение. Хорошо, давайте теперь на будущее, значит, мы смотрим. Итак, вы поучились, поработали в Китае, вы поучились, сейчас работаете в США. Когда вы своего мастера получите? Я должен получить его уже в начале следующего года. Через полгода вы получите мастера. После этого у вас будет уже не C5, как сейчас, да, а будет O5, там, на 27 месяцев. Вы можете работать, собственно, вам даже менять работу не надо, можете там же работать. Да, не нужно ничего менять. Не нужно ничего менять. Просто... Значит, ну хорошо, но у вас есть еще от сегодняшнего дня, грубо, 3 года легального пребывания в США с правом на работу. Дальше что? Или вы дальше не планируете, или вы думаете, вернусь там в Благовещенск, буду там, я не знаю... Тестировать благовещенские... Ну или крышевать местных тестеров там, допустим, будет. Вот, что, какой план? Ну, следующее логическое решение – это получение рабочей визы, но сразу стоит сказать, что с получением рабочей визы сейчас не все легко. Нет, не легко. Далеко не легко. На вас сейчас не подавали, кстати? Не было периода вот этого подачи. Я начал работать в июле уже. Понял, я захочу только следующий. Ну хорошо, а они в принципе подают? Вот вы разговаривали с ними, подадут ли они на вас в апреле? Я еще не разговаривал, я уверен, что подадут. Они, любая компания, мне кажется, как по моему мнению, она воспользуется этим шансом, она подаст за тебя эти все документы. То есть они не будут говорить, нет, что-то мы за тебя то не есть будем. Вы уже к этому моменту год проработали, они не хотят, чтобы вы уходили. Это в любом случае. Okay. Это человек, который уже в компании у тебя проработал, ты его знаешь, лучше взять его, чем кого-то там. Что... Это правда. Мало того, пока суть до дела там с его этой грин-карт, в смысле, с его этим H1B, он пока работает на относительно небольшие деньги, правда? Да. Когда H1B, так ему надо будет уже pre-wedding wage. Да я платить. Думаю, что он еще не приехал, он еще где-то там, у него какие-то там свои проблемы, он еще не уехал. Не то, что не приехал, он даже еще не собирается. Хорошо. Уезжать. А если вы будете к девушкам так относиться, как сейчас, когда же вы заведете семью? Хороший вопрос. Может быть, вам познакомиться с хорошей девушкой? И заодно же иммиграционные вопросы как-то решатся сами собой, без напряжения? Ну, я не думал об этом в таком ключе. А это происходит. У нас был парень, я вам скажу. Вот буквально это было пару лет назад. Он у нас был по визе J, и мы ему сделали рабочую визу. Точнее, получилось так, компанию, где он был на проекте, купил Oracle. Вместе с ним, фактически. И Oracle сказал, мы тебе будем делать рабочую визу, но поскольку это было уже на грани, там незадолго до 1 апреля, они просто не успевали собрать бумаги, там медленно все. И тогда мы подали на него эти все бумаги от себя. Он у нас получил эту рабочую визу, а когда уже дошло до того, чтобы переводить ее в Oracle, он взял и женился. И натуральным образом... Подставил, значит, немножко. А? Подставил, можно сказать? Нет, почему подставил? Хорошо, все. Да, наоборот, срезал. Ну, для этого же все и делали, но просто я к чему говорю, что вроде уже и виза-то была, но просто не понадобилось. Ну, неизвестно, чем... То есть, все-таки путь через рабочую визу, он какой-то более предсказуемый, более... можно даже сказать, безопасный. Ой, с этой лотереей там. Да, маловероятный, но более безопасный. Ну хорошо, 3 года на самом деле большой срок. 3 года большой срок, за это время, может быть, еще визы накинут, потому что мы все уже 2 года ждем, что сейчас какие-то изменения произойдут в законодательстве, и квоту увеличат. Уже 2 года назад должны были это сделать, не получилось. Вот в это время уже должны были принять закон. Ну что же. Время большое, может много что измениться, но в конечном счете никто не мешает вам продолжать учиться в другом университете, получать другую специальность. А, так тоже можно?
Можно получить мастера еще какого-нибудь. Другого. Что при этом произойдет? Это, кстати, неплохо, но что при этом произойдет с вашим OOPT? OOPT, я, насколько понял, это опция, которая дается один раз. Да. Если ты ее использовал, то ты уже на OOPT не можешь подавать. Хорошо. Вы пошли учиться в другой университет, получить на другого мастера. Через полгода или там через сколько-то вам там дадут CPT, да, этот Curriculum Practical Training? Я думаю, что после уже имеющегося мастера в Америке тебе дадут CPT сразу. Не нужно будет ждать полгода. То есть... Окей, то есть в той мере, в которой ты где-то учишься, ты можешь все это время работать. Да. Учеба сколько времени занимает в явочном таком, то есть что надо прийти в аудиторию? Есть разные attendance, вот эти, да, квоты. В моем университете классов и так уже мало, поэтому лучше не пропускать, потому что могут возникнуть. Я понял. Не у тебя проблемы со школой. Нет, не пропускать. Да. Мы не говорим о том, чтобы пропускать. Мы говорим, требования какие? Вот минимальные, да, сколько нужно не пропускать? Не буду врать, но там в районе там, 60% attendance у тебя должно быть. Но на самом деле... Нет, нет, не об этом речь. Вы можете что-то брать в онлайне, какие-то юниты свои закрывать в онлайне. Как много часов вы должны физически присутствовать в аудитории, чтобы это... быть в статусе, в порядке, чтобы к вам не было претензий? Это каждые выходные, суббота, воскресенье. В воскресенье у тебя один класс до обеда, да. В субботу у тебя два класса, один до обеда, другой после обеда. И все? И все. То есть фактически у тебя все условия, чтобы работать, да. А учеба это какой-то, ну если не фарс, то приближающийся к фарсу что-то такое. Ну, те, кто хотят, они получают полезную информацию из уроков. На самом деле уроки достаточно интересные. У нас был урок по project management, это очень... приятно и полезно это знать, это и пригодится потом тебе по работе. Да. Те, кто хотят, они могут, конечно, там не слушать и заниматься своими делами. Угу. Это как в любом другом университете. Ну, кроме... А дальше выходит мастер, там, моя, твоя. Но, правда, он в это время работал, на самом деле. Ну, на самом деле, да. А есть ребят, которые на пицце работают, вот не могут по специальности? Нет, такого нет. Такого нет. Это, ну, не имеет смысла, зачем тратить деньги на хороший университет, чтобы работать в пицце в Америке. Ну, у вас он такой не, как бы не самый. Ну, я не говорю, да, хороший, я имею в виду тот, который даст тебе право на работу. Хорошо. Такой вопрос. У вас есть что-то такое, какой-то лозунг или какая-то идея, или какой-то, давайте скажем, месседж? У вас есть какой-то месседж, который вы хотите to deliver для нашей аудитории, to our audience? Единственный месседж всего этого видео, я думаю, это то, что реально приехать в Америку, реально... работать в Америке. Так. Для кого-то это будет заработок, для кого-то это будет получение опыта, ага. Для кого-то это будет длинное путешествие, но в любом случае это реально, и все деньги, которые вы вложите до, ага. Они получатся, окупятся после. Девчонкам тоже советуете? Ну, у девчонок свой путь, у них другие, возможно, интересы в этой стране, так. Но тоже советую. Я им не знаю, им не нужно советовать, они сами разберутся, в какую им страну приехать. Да, они, конечно, гораздо лучше приспособлены к выживаемости в разных условиях. Да, ну, в Силиконовой долине с женским полом точно хуже, чем... Не хватает девчонок. Демографический перекос. Демографический. Поэтому, когда кто-то сюда приедет, особенно из России, да. Бывших советских республик, да. То им здесь будет... Хорошо. Раздолье им тут. Раздолье. Раздолье. Да. Да. Ну что же, хорошо. С точки зрения того, что вот Таня Богданова вам помогала найти университет, или там бумаги с ней собирали, оформляли, это что-то такое, скажем так, абсолютно необходимое, можно обойтись, но очень удобно, или, ну вот сегодня, с той позиции, на которой вы сейчас стоите, не обижая Таню абсолютно, не обижаю, ни в каком смысле, а в том смысле, что вот насколько человек в состоянии сам это все сделать, допустим, какой кровью это обходится? Когда ты уже знаешь, как это сделать, ты можешь это сделать. Это правда, да. Когда ты не знаешь, как это делать, лучше все-таки заплатить какие-то деньги. Да. Не обязательно мы говорим про Татьяну, мы можем говорить про любую компанию, которая в состоянии и знает, как это делается. Ага. А по цене там или по удобству, или почему-то еще, вы можете сами сделать вывод. А как знать? Компания знает или только делает вид, что знает. Вот про Таню мы знаем. Да, мы ее видели Таню, у нас что... на канале, вот да. Вы рассказали. И я не знаю, как узнать, но есть компании, которые, допустим, отправляют по обмену, по J1. Я думаю, что они в состоянии оформить F1. Есть компании, которые
только и делают, что занимаются поиском университетов где-то в Америке, либо в Европе. Процесс один и тот же, процесс похожий, mm-hmm. если люди хотя бы уже кого-то отправили. Но это как сказать, какие-то значительные суммы, вот услуги специалистов вот по этой части? Или это не, или это как-то так вполне по карману там или что-то? Это бюджетно. Это не совсем, я думаю, бюджетно. Я думаю, что, ну, опять же, где-то вы найдете дешевле, но не факт, что у вас там все. Если вы найдете дешевле, вот на какую сумму человек смотрит, если он дешевле найдет? Ну, я в моем городе было агентство, которое занималось тем же самым, можно сказать. Но я не стал рисковать, я пошел. Хорошо, сколько они просили за это? Там было в районе 4000 рублей за. Как, опять даже же, нужно даже по $50, например, это, в общем, довольно незначительная сумма. Это незначительная сумма, но мы не знаем, какие у вас расходы возникнут еще. Вы что-то будете пересылать, какие-то почты, что-то там где-то переводить. Ну, это мелочь тоже. Здесь статья, на тут было все проще, ты заплатил и all inclusive. Окей. То есть я не думал уже о пересылке. Ну, на самом деле, когда у тебя есть 30 тысяч на первый год, например, да, то там остальное уже не Это так. Не та сумма, о которой нужно думать. Основные затраты этого. То есть затраты на помощь тех, кто тебе помогает это сделать, они как бы не существенны. Ну, если вы хотите сэкономить, вы можете сами. Но если у вас не получится, то вы потеряете. То есть есть возможность, срок. Где оно не получится. То есть есть прокольные места. Есть такие места, где нужно все-таки как минимум знать, как максимум. Все-таки обратиться кому-то еще. Если кто-то захочет вам вот написать там в личку на YouTube там или где-то, вы открыты к общению? Я открыт к общению, но если у вас вопросы какие-то будут. Уже конкретный. Да. Да, давайте вы под нашим видео там отметитесь. А у вас нет своего там видеоблога какой-то? Ну, такого публичного нет. Пока нет. Ну, хорошо, значит, я видео повешу, а вы там в комментариях напишите. Вот это я. Да, на самом деле. Все вопросы в личку. Мне тоже помогали многие люди, которые были у вас в видео. Угу. Ну, не глобально, но какими-то ответами они тоже помогали. То есть было? Конечно. Ну, значит, поэтому раз взял эстафетную палочку, значит, ее так в кустах не бросай. Да, это моя тоже сейчас будет такая маленькая ролька. Какие-то мелочи подсказать, которые тоже существенны. Ну что же, давайте тогда всем передадим привет раз, пожелания успехов в начинаниях, о которых мы разговариваем. Вот. Ну, я во всех остальных начинаниях тоже. Чего же, мы не будем ограничиваться. Большой всем привет. Счастливо.